Ребят, это просто жесть. Посмотрите, кто мне звонит, мне прямо сейчас. Звонит кто-то из игры Friday Night Funkin, ребята. Это просто жесть. Посмотрите, мы просто в шоке с Димой. Сразу пришли, решили снимать видео, потому что мы не знаем, кто дал наш номер телефона. И прям реально, видите, высвечивается название этой игры. Я никогда ранее не играла в эту игру. Как она еще раз называется? Friday Night Funkin, ребята. Какое-то странное название. Но мне кажется, что я помню, что там нужно как-то играть, что ли. Она какая-то музыкальная. Я не знаю, Дим, ты знаешь что-нибудь про эту игру? Нет, я вообще ни разу не играл. Ребят, это просто жесть. Ну, короче, нам придется отвечать, потому что мы просто не знаем, почему нам звонят именно сейчас. Именно в это время, ребята, нам звонит кто-то из этой игры. Ладно, ребята, давайте мы сейчас ответим на звонок и узнаем, кто же нам звонит. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два, три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео, ребята, прямо сейчас. Мы отвечаем на звонок Friday Night Funkin. Ого, жесть, это кто? Мама Майрес, как там, мама Майрес, это кто, ребята, вообще, это просто жесть, это одна из персонажей этой игры, что тебе нужно, что ты хочешь? Ребята, жесть, она сбросила, офигеть, что это такое было? Ребята, опять кто-то звонит, это просто жесть, но та женщина страшная не стала с нами разговаривать, блин, ребята, что, блин, теперь делать? Ладно, короче, еще раз ответим, да, Дим? Давай, ребят, попробуем. Как вы думаете, ответить, кто в этот раз звонит? Ладно, отвечаем, ребят, это просто жесть. Кто это? Это Мел, Чарльз, Терсы, какие-то люди. Кто вы? Что вам нужно? Ответьте, алло. Они ничего не говорят. Да ну нафиг, я сброшу. Ребята, это просто какая-то жесть. Я не знаю, кто мне постоянно звонит из этой игры. И причем они молчат. Они не говорят, чего они хотят. Это просто нереально, знаете. Ладно, давайте попробуем. Опять звонит Дим. Это просто жесть. Офигеть, слушай, а там есть какие-то главные герои, потому что я в принципе в эту игру ни разу не играл. Ладно, давай ответим, может быть сейчас нам что-то скажет. О, girlfriend, я тебя знаю, это на заставке игры, что вы хотите от меня? Мы к тебе придем. Что? В смысле вы ко мне придете? Зачем они ко мне придут, ребята? Что это такое? Кто-то меня решил пранкануть, и кто-то дал мой номер телефона, теперь мне звонят все персонажи с игры, с этой проклятой игры. Господи, я просто в шоке, ребята, мне опять звонят. Это просто жесть, это просто невозможно. Ладно, давайте посмотрим, может быть, сам этот бойфренд нам и позвонит. Там такой мальчишка с синими волосами в черной кепке. Опять звонит, ребята, кто здесь? Дэдди Дайрест, это какой-то папа, чей-то папа, ребята. Слушайте, вы знаете, кто они вообще такие? Что вам нужно? Что вам нужно от меня? Мы все придем к тебе. Да иди ты, блин, ребята. Жесть, прикиньте, а сколько уже человек мне позвонило. Вернее, это не люди, это просто какие-то проклятые монстры. Персонажи столько уже мне их и звонило, и они опять, ребята, звонят. О, просто жесть, ладно. Давайте попытаемся сейчас выяснить, кто придет, когда придет и зачем, блин, в конце концов они придут сюда ко мне. Спирит, Спирит, что нужно? Что тебе нужно? Он придет за тобой. Черт, ребята, вы видели? Кто-то придет за мной, блин. Я, ребята, отключаю нафиг телефон, потому что меня эти звонки уже задолбали. Это просто жесть. Офигеть, ребята. Дим, ты слышал? Что это такое? Блин, ты слышишь эту музыку, как будто дискотека где-то. Блин, неужели ребята из игры Friday Night Funkin пришли ко мне сюда и устроили дискотеку? Офигеть, ребята! Я просто, вы слышите, как она стучит, бьет? Слушай, они, может быть, там танцуют? Что они вообще устроили? Зачем они вообще сюда пришли? Блин, жесть! Офигеть, Дим, смотри, черт, это реально они! Посмотри, это бойфренд, ребята, это просто жесть! Они танцуют! Что? Что? Они? Что вы? Что они? Я не слышу! Сделайте потише свою музыку! Ребята, что вы здесь устроили? Просто музыка шумит на весь лес, на всю округу! Жесть, они играют свою игру, у них тут просто...
просто какой-то клубняк. Посмотрите, они все здесь. И они в реальной жизни играют в игру Friday Night Funkin. Ребята, вы когда-нибудь это видели? Что? Что вы говорите? Играй с нами. А если я не хочу с вами играть, что же мне делать? Играй или убегай. Жесть, ребята, мне придется согласиться. И прямо сейчас мы будем играть. Офигеть, ребята, это просто жесть. Они хотят, чтобы я с ними поиграла в игру Friday Night Funkin в реальной жизни прямо здесь, сейчас. Ладно, хорошо, ребята, но если я проиграю, со мной случится что-то плохое, я надеюсь, что у меня получится. Я, ребята, вместе с вами тоже сейчас буду в реальной жизни играть в эту игру прямо здесь. Ладно, ребята, давай, бойфренд, запускай. Жесть, ребята, черт. Жесть, просто они так быстро двигаются. Черт, мне кажется, что я проиграла, ребята, жесть теперь. Эти персонажи будут делать что-то плохое со мной. Ребята, пожалуйста, не, ребята, пожалуйста, не трогайте меня, нет.